Катя, а это как это? Как камеру переделать? Ребят, присоединяйтесь к эфиру. Ты на себя сделал? Нет. Развернуть его два раза. О. Не ходи, говорится. Присоединяйтесь к эфиру, присоединяйтесь к эфиру. Шалом, 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 пацаны. Пацаны, нужно сейчас, чтобы вы сохранили это видео и его перезаписали, потому что что будет дальше, неизвестно. Позовите в трансляцию кого-нибудь, очень важно. То есть сейчас ситуация такая, мне позвонил Леха, сказал, что к нему в квартиру ворвались оперативники и проводят следственные действия. Вот что за нахуй, вот такой нахуй. 7 человек настолько пока... Экстренно выхожу через перископ, потому что нету возможности брать, записывать на эту тему блог, поэтому вот так, ребят. Поэтому большая просьба присоединяться к трансляции. И основание, я дозвонился до них, они только спрашивают. Основание это якобы какое-то уголовное дело. Меня только спрашивают, где я нахожусь, и все. Лёха уже не смог подойти в телефон, то есть они к нему в квартиру ворвались. Да, ребят, да. И вот на вас сейчас на 9 людях, если есть возможность, то скачивайте это видео и перезаливайте в сеть. Чтобы, ну, как бы знали пораньше все, что вот такая херня происходит. Все это очень прискорбно, что так происходит, что вот так ворвались к Лехе. Ну, вот так, представляете? Нет, это не запись. Опа, какие люди, ребят, присоединяйтесь, присоединяйтесь активней. А сейчас главное, чтобы вы взяли это видео, подхватили, и вот такая ситуация. А, сейчас я... А как-то трансляцию свою можно выложить? Да? Вот такие вот дела. 12 человек пока нас смотрят. Кать, ну ты набирай, я не знаю, каким-то нужно юристам звонить. Ну. Ребят, еще раз повторяю, позвонил рано утром Леха, сказал, что к нему в квартиру ломятся оперативники. Сейчас они уже ворвались. Я уже разговаривал, я так понял, я дозвонился до какого-то... чувака, и он сказал, что якобы они ворвались по какому-то уголовному делу. Вот такие ребят. Очень кратко. К Лехе сейчас ворвались оперативники, проводят оперативные какие-то действия в его квартире. Он, к сожалению, это все заперископить не успел, но вот такая хрень. Итак, повторяюсь, то есть вот это видео, честно, вот хватило только сейчас ума запустить перископ, потому что момент так или иначе волнительный, и я, если честно, охерел от звонка в 7:20, поэтому вот так вот. А основания ХЗ какие? Мне не сказали никакие основания. Они просто меня, наверное, так же ищут, так же хотят что-то, видимо, со мной проводить, какие-то оперативно-розыскные мероприятия и тому подобное. Да, ребят, да. Вот. Двумя словами, к
Лехе ворвались оперативники. Я уже с ним не смог разговаривать. То есть там сейчас идет, я так понял, обыск. Вот в двух словах. Суть в том, что у вас вот есть это видео, и я так понимаю, это видео... Просто я это записываю для того, чтобы придать максимально быстро дело огласке. Обыск сейчас проходит по адресу, я так понимаю, Свобода, 17. Самый крайний подъезд, самый последний. Я потому что даже не знал, на какой точно квартире живет Леха, номер квартиры. Свобода, 17, самый крайний подъезд. Это нужно знать, что, может быть, туда какие-то люди подойдут, хотя 20 человек, навряд ли туда кто-то подойдет. Ну, в общем, такая ситуация. Все, ребят, хорошо тогда, я отключаюсь пока и сейчас эту трансляцию у себя на стене размещу. Как-то так. Упа-панда.